В прошлом году по заказу нашего управления был выполнен ремонт на одном из фасадов известного самого большого дома в городе Одессе. Это дом Попудова, исторический объект, памятник местного значения. К сожалению, за время зимы произошли определенные дефекты на облицовке этого здания, на покрасочном слое. Естественно, нами сразу же было направлено обращение в подрядную организацию для устранения недостатков, проведения непосредственно текущего гарантийного ремонта и установления фактов, из-за чего же все-таки это произошло. Произошло это все в результате поставщиков краски, красителей, которые дали свою технологию. В данном случае эта технология не подошла под окраску этого дома, то есть она как раз являлась неверной. После проведения экспертизы сегодняшний гарантийный ремонт будет выполняться частично и за счет непосредственной организации, которая поставляла красители со своей технологией. Но хочется отметить, что вред фасаду дома нанесло не только неправильная технология проведения работ, но и те кондиционеры, которые сегодня в кавычках украшают фасад этого дома. На неоднократные предписания, чтобы убрать эти кондиционеры с фасада дома, жители не отреагировали, хотя все единогласно хотели, чтобы дом выглядел замечательно, чтобы дом выглядел в аутентичном виде. И сегодня можно наблюдать как раз вот там, где висят антенные провода, которые напрямую с крыши проведены в квартиры домов. Там, где висят кондиционеры, вот там как раз и произошло основное нарушение штукатурного слоя и, естественно, покрасочного слоя. Такие вещи, конечно, недопустимы, и со своей стороны мы будем давать еще раз предписание вот этим жителям для того, чтобы они демонтировали кондиционеры с исторического фасада этого дома. Ну и что хотелось бы еще сказать, что на этой неделе выставляются леса, и, как я уже сказал, будет проведен гарантийный ремонт по результатам обследования выявленных дефектов.